Вот станица Ставропольская Северского района, практически уже в конце, есть тут турбаза Трушевая. 4 маленьких щеночка. Вот маленьких. У них тут воду наливают. А вон там лежит их мама умершая. Там она уже разложилась. Тут вонь страшная. И вот эти вот щенки, может быть, какие-то тут близко. В этом районе есть волонтерские группы, которые могли бы взять этих щенков и пристроить. Мы тут приехали на один день и уезжаем. Вдруг у кого-то это вот тут такой вот опознавательный знак, практически в конце станицы Ставропольской, уже перед въездом в лес. Когда едешь из Краснодара в сторону Ставропольской, проезжаешь эту всю Ставропольскую, и вот, вот такая вот бочка стоит, они тут бедненькие живут. 4 щенка, и умершая мама лежит, они тут бедные вокруг нее ходят. Ну, воду люди, видимо, наливают, но все равно сами они тут не выживут.